Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду снимать для вас видео, ваше самое долгожданное, это платье из секонд-хенда. Да, я вам сегодня покажу, какие же платья я прикупила на секонде за очень-очень дешевую цену, и они такие довольно качественные. Так что оставайтесь со мной. Для тех, кто зашел ко мне впервые, вам всем огромный привет, не забудьте подписаться на мой канал, и хочу вам сообщить, что это мое не единственное видео о секонд-хенде, у меня их довольно так немало, оставлю для вас плейлист, переходите, смотрите другие видео. Ну что, поехали? И как всегда, для вас я буду показывать вещи на себе обязательно, это у меня в каждом видео будет такое, и уже есть в тех видео, которые уже раньше выходили, ну, вы поняли. Так что видео в уголку экрана, смотрите, платье на мне. Итак, первое платье, которое мне обошлось вообще в копейки, где-то около 40 гривен. Буду говорить в гривнах, кому нужно, переводите в доллары. Около 40 гривен, это платье просто секси-пекси. Я его одевала на Новый год. Здесь есть и бархат, и сетка, и леопардовый принт. Все, что вы хотите, девочки, все, что девочки любят, здесь есть. Да, оно черного цвета, это мой любимый цвет. Вы уже, наверное, могли заметить, кто меня давно смотрит. Ну а что поделаешь, его не так часто нужно стирать, если честно. Но на самом деле просто люблю черные оттенки. Особенно платье, маленькое черное платьечко должно быть у каждой девушки. А если оно еще с леопардовым принтом, мне кажется, вообще суперово. Вот такое платье, очень качественное, очень дешево. Я его одевала Новый год, и я довольна. Качественный материал, тем более он модный сейчас, бархат. Леопардовый принт, конечно, есть сомнения, вряд ли я его еще одену, но подумаю. Может, буду продавать, это тоже нужно подумать. Сеточка очень красиво выглядит на теле, так что платье я довольна. Итак, следующее платье, от которого я тоже без ума, обошлось оно мне примерно в 60 гривен. Это платье уже с открытыми руками, тоже с открытыми руками, юбка солнце и ткань, знаете, как неопрен. По-моему, неопрен, исправьте меня, если это не так, но ткань, которая не мнется, она очень хорошо стоит, грубо говоря. И я это платье очень сильно хочу носить, когда будет тепло, под белые кеды. Просто замечательное платьечко. В отличном состоянии, очень красиво сидит на фигурке, можно разбавить ремешком то, что мне нравится. Это 34 размер, немножко было маловато в груди, но грудь у меня пару раз в месяц гуляет, так что можно подбирать дни, когда можно одеть это платьечко и пойти погулять. Итак, ребята, да, следующее платье тоже черное, я от него просто без ума. Это зад, я вам показываю, вот вперед. Здесь такие классные есть рюшики из шифона, которые выглядывают самой ткани основной. Очень красивое платье, но, к сожалению, оно на меня короткое. Я разве что могу только на фотосессию какую-то его одеть, и все. Очень красиво сидит, выглядит на плечах. Мне очень нравятся эти разрезы. Здесь такой скрытый замочек на спине, который хорошо застегивает платье, и это платье прилегает по фигурке. Пошив просто идеальный, но, к сожалению, оно мне короткое. Возможно, у меня есть вариант просто подшить еще один слой вот таких вот рюшей. Но нужно подумать. Мне безумно нравится эта ткань, это, конечно, 100% полиэстер, но эта ткань особо и не мнется, и в нем очень комфортно, вот мне очень комфортно. Это, знаете, как шифон, крупнозернистый шифон. Вот такая ткань в этом платье. Моделька это идет размер 14, и фирма Biscotti, это какое-то итальянское, наверное, я не знаю, Biscotti Collection. Ну, пусть полежит пока, подумаю, что с ним делать. Напишите свое мнение, дошить ли такие рюшики, или же все же куда-то его отдать, продать. Но оно мне безумно нравится, просто классно. И под кеды, и под каблук, и вообще на выход маленькое черное платьечко должно быть у каждой девушки. Так, для тех, кто переживает, что у меня в гардеробе все черное, не переживайте, пожалуйста. Не переживайте, это мой гардероб, и да, я хочу, чтобы там, возможно, было все черное. Следующее платье тоже черного цвета, теплое платье, вот такое длинное. Тоже безумно нравится, и, кстати, в Заре, на сайте Зары, было замечено неоднократно платье вот с такими вот рукавами клеш, рукава клеш, я не знаю, как их называть, но, короче, это опять с тех времен в моду вернулось. И да, я прикупила такое платье, здесь скрытые идут пуговицы, можно это платье и под ремешок одеть, тоже неплохо, подчеркнуть талию, немножко его приподнять, ну вы видео все увидите. Длина очень неплохая, классно будет, как и под брутальные сапожки, полуботинки.
И классно будет под каблук. Так что я довольна, я теплая такая ткань. Я даже не могу сказать, что же это за ткань. Потому что до начала съемки видео я ничего не читала. И это полная импровизация. Да, нашла. Здесь получается 80% акрила и 20% полиэстера. Плотная ткань, она особо и не мнется, можно даже не проглаживать, на теле расправиться. Здесь сверху сделано как резиночка, обошлось мне это платье в примерно 50 гривен. Это очень дешево, оно очень теплое, я его оставлю и буду носить. Его даже можно и без ремешка носить, оно такое мешкообразное, немножко висит на талии у меня, но мне это нравится. О, аллилуйя, наконец-то в моей коллекции есть светлое платье, вот такое трикотажное, плотненький трикотаж. Платье довольно неплохое, очень клево сидит на фигурке, комфортное повседневное платье, которое можно просто не думать, что одеть, надела его, побежала куда угодно. Рукава, единственное, что мы немножко ушивали с мамой, мама мне помогла, ушила рукава, потому что они были такие же клёш, как в предыдущем черном платье. Мне это не очень понравилось, потому что здесь рукав 3/4, там-то рукав полностью по кисть идет, а здесь-то в 3/4, это не очень красиво выглядело. Здесь есть пуговички, довольно такие неплохие пуговички. Здесь получается состав этого платья, сейчас я вам скажу, 80% вискозы и 20% нейлона. Я не знаю, что они хотели этим показать, но здесь вот такие есть наклеечки. По-моему, это размеры, насколько я понимаю, это размеры. Да, и сделано в Бангладеше. Фирма это, конечно же, я бы прочитала как Георг, на самом деле это Джордж. Да-да, правильнее будет Джордж. Так что платье довольно неплохое, буду носить, пусть будет у меня в гардеробе. Если вдруг разонравится, конечно же, я его кому-то отдам или просто выкину. Я купила это платье примерно где-то до 40 гривен. 36, по-моему, было гривен это платье. Так что не жалко даже будет выкинуть. Ну и последнее платье на сегодня, это, конечно, платье-бомба, потому что и ткань модная, и выглядит необычно, и фирма довольно известная. Но, к сожалению, я его порвала, и не знаю, буду ли я его вообще одевать в будущем. Вот такое платье, очень-очень красивое, согласитесь, цвет просто бомба, вот замечательный цвет, и мне кажется, он мне сильно идет. Я, кстати, снимала недавно макияж на День Святого Валентина, и там был образ вот в этом платье, и как раз в тот день я его порвала. К сожалению, порвался замок. Замок-то поменять можно, я знаю, но нужно куда-то отнести. Это надо время, это надо желание куда-то нести, брать платье. Обычно это, знаете, так лежит в пакете, пока не выкинешь. Вот. Но не знаю, ну, скорее всего, я сделаю замок. Тут просто делается замок, надо перешивать платье. Здесь рюшики вот идут, вот, они прям нашиты на замок. Тут довольно сложно вшить замок, но ничего, сделаем. А так платье очень оригинальное, здесь вот есть такая как накидочка что ли, но очень красивое платье, без ума от него, оно мне обошлось в 30 гривен, да, только ради ткани даже можно было его купить, чтобы делать какие-то фотографии красивые, потому что такой бархат безумно такого сочного красного бордового оттенка не всегда найдешь и не везде. Это фирма ASOS, некоторые называют ASOS. Как вам нравится, выбирайте одно из двух. Размер это 12-й, европейский 40-й. Это мой размер. Неплохо на мне сидит, так как-то интересно, необычно. Это первое платье, которое у меня было с таким покроем, пошивом. Нравится, только некуда его носить. Даже если замок сделаю, я не знаю, куда я его одену. Я его хотела одеть на Новый год, но все же я выбрала черное платье. Так что да, пусть пока лежит, замок сделаю, может потом продам. Мне кажется, оно не будет стоить в продаже 30 гривен, потому что состояние просто идеальное, состояние нового платья. Вот, и оно очень-очень сильно оригинальное, плюс ткань в моде. Ну вот, на сегодня это все покупки с секонд-хенда, платья. Довольно неплохие, согласитесь, какое вам больше всего понравилось, какое лучше всего на мне сидит, пишите в комментариях. Мне интересно почитать комментарии, с вами там попереписываться, так что не забудьте туда заглянуть и оставить свое мнение. Также поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. Следующее видео будет тоже о секонд-хенде, на следующей неделе, скорее всего, о обуви. Если вам интересно видео о обуви секонд-хенда,
приглашаю на мой канал, тем более подписывайтесь, чтобы его не пропустить. И вы знаете, я никогда не покупала обувь в секонд-хенде, но здесь я не сдержалась. И что именно я купила, если вам интересно, оставайтесь дальше со мной и следите за моими новостями. Всем пока-пока, большое вам спасибо за просмотр и всем до скорых встреч!